Всем привет! Буду готовить тушеные баклажаны с перцем и соевой пастой. Лук нарезаю полукольцами. Помидор я заранее почистила. Нарезать буду мелко. Баклажаны нарезаю на небольшие дольки. На сковороду наливаю масло. Выкладываю лук. Слегка буду обжаривать. Добавляю помидор. Добавляю соевую пасту, слегка буду обжаривать на среднем огне. Добавляю баклажаны, сверху выкладываю перец, наливаю немного воды и буду тушить минут 20. Баклажаны получаются очень вкусные, обязательно попробуйте. Подписывайтесь на мой YouTube канал, чтобы не потерять вкусные рецепты. Ну а у меня все готово, всем приятного аппетита!